Каспичанин, мастер спорта СССР Анатолий Кашкуров в этом году отметил свое 75-летие. В этот знаменательный день начальник управления культуры города Аскерхан Гасанов наградил его почетной грамотой. Он отдал спорту более 50 лет. За это время у него накопилось немалое количество достижений в мире бокса и физической культуры, которые внесли огромный вклад в историю не только Каспийска, но и всей России. Я занимаюсь боксом с 12 лет. С 12 лет тренер был у меня, ну как он, и первый, и последний, Магомед Мусаевич Магомедов, тоже заслуженный тренер России. Вот, он подготовил, вот нас подготовил, как говорится, я один из первых был, который дошел до первенство Советского Союза до финала. Кашкуров 5 раз становился победителем чемпионата ЦС Профсоюза России Юга России, а также был чемпионом страны. Он считает, что его успех – это не только личная заслуга, но и упорный труд тренера, который вкладывал в него весь накопленный опыт. Я много от него взял в тренерской работе. Очень много сейчас беру. Вот то, что он спокойно, всегда он похвалит, Магомед Мусаевич был, похвалит там. Вот, вот ты не так это сделал, вот надо вот так сделать. Как-то не так вот, чтобы ругает. Он бывает иногда такое, это, да ты не так сделал, ты это самое, неправильно поступил. А он всегда такой тихим голосом, спокойным. И вот я от него это многое, как говорится, взял. В 1976 году Анатолий Михайлович начал свою тренерскую деятельность в детской и юношеской спортивной школе города Каспийска. За 50 лет своей тренерской деятельности он воспитал множество чемпионов и призеров. У меня хорошие ребята тоже. У меня чемпион Европы, значит, Артур Севиханов был, чемпион Европы, чемпион Советского Союза. Халилов Кузьмин у меня был. Сейчас тоже уже заслуженный тренер России в Ростовской области. Он сейчас живет. Вот, город Сальск. Вот такие ребята хорошие были. Ибрагимов Абдул был. Они у меня, ребята, будучи юниорами, выиграли чемпионат Дагестана среди взрослых. Близкие и родные Кашкурова рассказывают, что для него юные боксеры не просто ученики, а дети, для которых он старается и заботится. С ними он разделяет радость и грусть. В трудную минуту он всегда поддержит и придет на помощь. Для него зал – это второй дом, а ребята – семья. Строительный колледж. Вот на этой базе я провожу тренировки. Я зал специально сделал своими руками, как говорится, специализированный зал сделал, зал бокса. Вот. Но мне помог будущий министр наш был, это образование, Шахабас был. Он помог мне это самое многое, тоже вот так это самое, директорам говорил, что помогали боксу, потому что бокс у нас хорошо шел. Как тренер Анатолий Кашкуров отмечает важность дисциплины. Он также пожелал всем начинающим спортсменам упорно трудиться для достижения хороших результатов.